приближаемся к полевой буре. Смотри, ёшкин кот. Не знаю, как это снять. Лучше. Вот, все, мы в нее заходим. Сбавляй скорость. Все, тут видимость уже ноль. Вот там, где стоит зеленая луга, там бури нет. Только там, где перепахали. Сколько сдувает. Да. Так, вот у Иры так грядки оборудованы. Свет. Вот эти вот штуки, как двери открываются, закрываются. Вот тут томаты уже, посмотри. Мне по грудь, наверное. Ну, по пояс, выше, чем по пояс. Это на открытом воздухе. Вон там. Из карбоната, а здесь просто из бионетканого материала. Клубника, лук. Биток, иди сюда, там потравили картошку. Иди сюда. Смотри, как красиво цветет сиреневый. Биткоин, иди ко мне. А вот у меня здесь аркамболя, по-моему, 7 штук. Вот 3. Ух ты, как красиво. Вот 3 стрелки остались торчать, их оставили на разведение, а 4 оборвали. Это обычный. Но, честно говоря, они сейчас в размерах уравнялись. Не вижу разницы. Обычный чеснок стал того же размера. Но луковица, конечно, больше. Вот так. Вон Дима сидит. Вот. Мяско в тандыре. Потом покажу. А это садж. Садж – это блюдо, на котором жарят, обжаривают картошку. Первым делом, сначала на сковороде, Дима приготовил бекоську. Курицу в тандыре. В тандыре. Да, Биточек? Вкусно? Самая довольная собака. Ты кто-то чихает, что ли? Паш, там будет стоить сердце справа. Ладно, как в прошлый раз. Кого? А, это? Да. Ну, как в прошлый раз. Угу. Что хотел? Лук надо, Паш? Ну, надо лук, давай, да, пожарим. Это грибы. И это перетирать. Смотри, как берешь. Да немножко. Вот так вот. Кто-то не любит. Все любят. И вот так вот. Закрой. Это вот красник. А, тот, который грузинский. А это классический светлый. Прям огромное блюдо. Можно меня? Пожалуйста. Теперь Дима за станком крест снимаю. У него хрен тогда. Вышло, вышло, мы их не пробовали. Кушал у нас пока только биткоин. Ира, что делаешь? Грибы. Фаршируешь грибы с зеленью, с сыром, с жареным луком. Сейчас еще бекон будет оборачивать. Пашу куховарит. Смотри. Кабачки еще. У нас же мало еды. Поэтому нам еще кабачки надо обязательно. А баклажаны будут? Нет, как же ж мы без баклажан же? Не выросло. Так, рабы продолжают работать. Что Лена делает? А, она тут устилает поверхность вот этой щепой. Максим продолжает строить печь. В действии. Завел его в действии. Вот в таком состоянии. Зайди внутрь, что-то тебя же не видно. Здесь плита, вот все. Вот эта стенка будет выше. Вот тут вот будет колокол, арка такая, труба. Туда. Здесь тоже все, здесь раковина. То есть вот, по идее, только центральная часть будет подниматься вверх.
Вот уже поставлены все эти дверцы. Эти вот штучки, колосники. Я не смотрю, как тут клубничка висит. Вещевик как видите? У меня тогда. Да, конечно. Вон, на грядке, найдешь? Смотри. Какая вкусная, слушай, вообще прямо. А вы уже кушали? Угу. Ну, чуть-чуть, там пока немного. Слушай, какая она ароматная. Это что за сорт? Купчиха. Вот это такая длинненькая, да? Угу. И она суховатая. Ой, класс. Они мне одни сахара. Ну, все. Тоже перезрела. Так, ну все, пока они тут все управляются. Паша там что-то варит. Дима мне кроссовки подклеивает. Пашка варит. Лена сажает, рассаживает. Максим кладку печи продолжает. Лена там, Максим. Я пойду в лес, поищу Иван чай. Хотелось бы, конечно, грибов, но грибов здесь нет. Приезжала подружка Ихуля, обошла, прошла туда несколько километров там за трубу. Но не нашла здесь вообще грибов. Не знаю, что тут лес какой-то без грибов. Хотя тут рыжики росли. В прошлом году Лена собирала с Максимом. Да и мы тут были, и маслята были. Сейчас ничего нету. Все, биточек, идем. Иван чай, может, найдем. Посмотрим, вдруг нас что порадует. Я надела сапоги. Мизинец вчера ударила так больно. О, а это что у нас? Чебрец цветет. О, его тоже соберем. Тысячелистник тут везде белого цвета почему-то. На юге он желтого цвета. Вот эту растень, я не знаю, как она называется. Такие у нее цветочки, ой, листочки резные. Вот цветочки вот такие, на похожи по цвету на коровяк. Ну, тут как-то все по-другому. Зверь, бойся. Здесь зверобойные поля. Прямо все вот здесь. Очень много зверобоя. Наверное, его тут когда-то кто-то нечаянно посеял. Мы продвигаемся, уже прошли метров 500. Да, грибов нет, сухо. Здесь, наверное, было очень мало осадков все-таки в этом районе. Ребята, знаете, где Иван-чай растет? Максим повезет всех желающих. Дима там что-то красит. Полузья на машине. Небо у нас вот такое ветреное. Тучи перистые, такие раздутые. Сейчас поедем. Биткоин, иди сюда. Бито... Бежит, бежит. Бежит, бежит. Сейчас покажет, где этот Иван-чай растет. Или не покажет. Это наш дружный отряд. Гуськом, друг за другом. По узкой тропе. Пробираемся. Это люпин уже отцвел, и это плоды? Обалдеть. Вот люпин здесь цвел. И вот такие коробочки образовались. Это уже здесь плодовые коробочки. А вот там вот, вот тут сиреневый, а вон светло-сиреневый. А вон, смотри, розовый вон. Да, и вот розовый. Вон есть розовый, видишь? Угу. Можешь там коробочки взять. Мне они не нравятся. Ой, класс. А вот дурман. Дурман? Да? Что за дурман? Это не дурман, это дрема. Когда дрема днем закрыта, это значит, дождя не будет. А если открыто днем, значит, будет дождь. Так, вот дошли мы до заброшенного участка. И здесь есть немного иван-чая. Ну, соберем, попробуем чуть-чуть. У него листочки собирает. Брала. Вот, ну я столько же. Елена еще чуть-чуть. Все, нам, наверное, хватит, да? Или что? Сейчас там люпин сорву. Какого здесь цвета? И розовый. Очень красивый. Теперь у меня букет из люпина со спарагусом. Все, норм? Возвращаемся? Пустырничка возьмите. Все, уезжаем.
петуния какого цвета, смотри. И причем пятнистая.